сейчас мы отшлифуем. Этого мира ласки, этого мира роскошь и блеск сапфир. Южные острова, коралловые рифы, песни дельфина у пляжа Тенериф. Мой поцелуй, поцелуй вечной весны, когда ты рядом, я вижу цветные сны. Ты как звезда на небе неповторима, любимая, спасибо тебе за сын. Ночи от рая, брошу твоим ногам, моя родная, я жизнь тебе свою отдам. Сосны склонили головы, мы будем вечно молоды, пока мы будем вместе жить, чтобы петь тебе песни. После дождя по лужам с тобой интересней бежать по небу, словно к солнцу птицы. И пусть радуга ласкает наши лица, для тебя все звезды каждую ночь об одном мечтаю подарить мне то. Ключи от рая, брошу твоим ногам, моя родная, я жизнь тебе свою. Напоминаю, что делаем. Мы делаем душку для вот этой подвесочки моей авторской работы. Сейчас дополируем эту часть, подготовим к пайке. Медную проволочку оденем, чтобы нам можно было ребят, вот я отполировал ее. Большие города, красивые и порочные, в нее Москва. Теперь... Дым, днем и ночью, она на них глупа, но двигается к цели, она... Так, нам сейчас предстоит вот это вот припаять вот сюда вот. Обработаем. Пайка была произведена хорошо.
деталь будет у нас паяться вот так вот. Соответственно, вот эту часть мы должны нанести прибор. Хорошо покрываем флюзом. Это делается для того, чтобы отполированная деталь или орнамент при пайке не почернел, и пайка произвелась очень хорошо. Сейчас мы нагреваем деталь. Давайте увеличим, чтобы вам лучше было. Давайте еще вот эту вот деталь нашу нагреем. Так. Вот смотрите, теперь вот эту деталь нам нужно покрыть припоем серебряным. Сейчас, если вам видно будет, вы увидите, как она растекается. Каждый, так сказать, лепесточек мы вносим припой. Немножко здесь. Ну, даже мы вот сюда вот нанесем припой. Так, ну что, припой, как видите, везде есть в виде точечек. Все детально выровняли. Сейчас мы нагреваем нашу деталь со всех сторон. Обязательно нам нужно нагревать его. Наша деталь перепаялась.